Любой альтернативный банк системы, той системы, которая сейчас существует, это благо, на мой взгляд, совершенно точно, потому что, ну, в любом случае конкуренция — это лучше, чем отсутствие конкуренции. И в данном случае я бы даже пошел дальше. Я бы не побоялся и бы все-таки попытался ввести золотой рубль или там алтын, что они там хотят сделать. То есть сделать совершенно четкую независимую валюту, тем более, что у нас есть именно та вещь, которую мы можем привязать к рублю, к примеру, там нефть, газ, то есть какие-то реальные природные ресурсы, а не просто рисование нулей в компьютере, как иногда мы, надеюсь, этого не происходит, но все-таки никто этого точно сказать не может, и поконтролировать это точно никто не может. Поэтому я думаю, что через какое-то определенное время, естественно, все будет отрицать это все, но через какое-то определенное время, естественно, появится доверие, тем более, если Россия уже на протяжении достаточно большого количества десятилетий является надежным торговым партнером в этом смысле, особенно что касается энергетики, то я не думаю, что государство, которое является нашими партнерами в энергетической сфере, ну, будут испытывать какие-то в этом смысле долгие противоречия. То есть они в итоге примут нашу систему ценностей, систему координат и наши правила игры. Это мне хочется так думать. Но, конечно же, в глобале совместный банк стран БРИКС — это, наверное, скорее логичное решение. Тем более такое огромное количество населения проживает в этих странах. Тем более это огромная экономика, если совокупная. Тем более это... это просто огромное количество мира, огромный кусок мира, который должен, просто обязан иметь независимую собственную валюту и собственный эмиссионный центр.